для многих, это война валют. То есть, ну, во-первых, сейчас, понятно, в мире есть доминирующая валюта, это доллар, ну, немного евро. А, собственно, криптовалюты реально посягнули на святыню, святая святых, стали конкурировать с государством, пытаются, по крайней мере, это первое. Второе, они конкурируют друг с другом. Биткоин, эфириум и тысячи других валют. Вот. И если посмотреть на историю, то в принципе все деньги, они имеют ряд каких-то свойств, которые превосходят там предыдущие. Например, у обычных денег, у живого кэша есть свойство анонимности, да, то есть вы не знаете, кто расплатился в эти там 5000, которые в кармане. При этом у денег, которые на карте, без наличных платежей, есть признак человека, который их оплатил. Собственно, в чем крутость биткоина и криптовалют? Они снова вернули свойство анонимности. При этом у них есть ряд других свойств, которые, ну, им мешают распространяться. Например, например, большая комиссия, медленная работа сети и так далее, и так далее. В общем, вполне может быть, что появятся, во-первых, еще какие-то валюты, между ними будет война, и война будет между ними, друг с другом, и между ними и фиатными деньгами. То есть, и это такая веселая заварушка, которая на самом деле только начинается.